28 и 29 января в южных и восточных районах Приморья ожидается серьезное ухудшение погоды. На юге и востоке возможен местами очень сильный снег с количеством более 20 миллиметров. Таким образом, за весь процесс может выпасть в отдельных районах более месячной нормы осадков. Также осадки будут сопровождаться, снег будет сопровождаться сильным штормовым ветром на побережье, порывами до 30-35 метров в секунду и комплексом неблагоприятных и опасных явлений, таких как гололедица на дорогах, обледенение судов в море, опасная высота волны и взлом припаянного льда в заливе Петра Великого. Непогода продержится до 29 января. Снегопад, прошедший 26 числа, доставил жителям Владивостока немало хлопот. Дороги города по-прежнему покрыты ледяной коркой. МЧС предупреждает, сегодня ситуация может ухудшиться. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья соблюдать требования безопасности, воздержаться от использования личного автотранспорта, не оставлять автомобили на обочинах дорог и не препятствовать работе снегоуборочной техники. В случае нештатной аварийной ситуации следует сообщать по телефону 101 и 112. За прошедшие несколько дней в травмпункты города обратились больше 150 человек. На дорогах зафиксировано множество аварий. В условиях непогоды следует соблюдать все требования безопасности. Олег Завьялов, Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на восьмом.